Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и мы сегодня берем новенькую игрушку под названием Alice Madness Returns. И, честно говоря, эту игрушку меня уже давненько просили люди, и я даже как-то делал обзор, чтобы постримить. Ну, люди сказали, в принципе, вот эту игрушку, ну, как бы намекали, и очень много лайков собрала запись эта. Я же потом удалил полностью этот пост, потому что я уже не помню, что там происходило. Я подумал, нафиг тот стрим, в принципе, на стримах у людей то получается, то не получается приходить, да? Я так подумал, лучше ее, конечно же, частями записать. И я так подумал, вообще, что я вообще, почему я эту игру не видел, не слышал, тому подобное. Я хочу сразу сказать, что это чем-то похоже на Франбул, потому что тут будет безумие, тут будет такое психоделика такая, можно так сказать, и хоррорные элементы, наверное, ну, что-то типа такого, потому что у Алисы вроде как поехала крыша, и это как бы вторая часть, первую я не видел и не слышал, ну, так, может, мельком так, в 2000 году, там, году, ну, в принципе, ладно. Чтобы долго не рассказывать, давайте начнем новую игру. Я хочу сказать, что мы будем проходить ее как? Будем проходить ее, наверное, каждый день я буду серии выкладывать. Но, опять же, если... будем как выкладывать? Если 200 лайков набирает запись, то есть пост, то есть даже не пост, а в Ютубе, да? То продолжаем дальше. Сразу же идем, немножко сделаем потемнее. Инверсия по вертикали, кому она нафиг нужна? Буду проходить на геймпаде на своем замечательном. И посмотрим, что за игра. Вообще все говорят, что игра крутая. Но я раньше думал, что это просто какая-то аркада. И в этой аркаде... детский сад какой-то, ну, честно говоря, вот так вот я что-то думал. Но оказывается, она неплохая такая, так что... Давайте я все замолкаю, смотрим заставочку. И наслаждаемся игрой. Ну же, Алиса, это ведь просто сон. Это не сон. Это воспоминание. Меня тошнит от него. Теперь сосредоточься. Подожди. Ты паришь, невесомая ничто. Расслабься. Огонь! Я в аду! Забудь об этом. Оставь это воспоминание. Оно бесполезно. Иди в страну чудес. Я не могу. Я в ловушке своего прошлого. Сержант, эта девочка сильно обгорела. Позовите доктора. С ней все будет в порядке. Это, наверное, событие еще первой части все показывают. Потому что, ну, я просто не знаю, что там в первой части было. Ну, вы напишите. Нет, Алиса, отбрось это наваждение. Забудь. Иди в страну чудес. Мне не хочется, доктор. Моя страна чудес разрушена. Она умерла для меня. Твои предпочтения не имеют значения, девочка. Где ты сейчас, Алиса? Я плыву в лодке с другом. Теперь все не так, как раньше. Что-то изменилось. Перемена – хороший знак. Первое звено в цепочке забвения. Что с тобой? Ты спятил? Я не спятил. Кролик. Здесь что-то не так. Что он тут делает? Что-то не так? Не так? Пожалуй. Пиздец. О, нет! Только не это! Алиса, не сопротивляйся. Позволь появиться новая страна чудес. Вот это страна чудес. Разложение. Это убивает меня. Страна чудес разрушена. Мой разум разрушен. Забудь об этом, Алиса. Заблокируй этот сон. Ты проснешься по звуку щелчка. Вот это дикий просто кошмар. Я, честно говоря... не ожидал, что прям настолько оно будет. Но, Алиса, теперь лучше, не так ли? Он раскалывается, я словно паровой молот ударил, да? Да, цена забывания высока. От этих воспоминаний меня тошнит. Что я могу сделать? Сконцентрируйся на что-то, на чем-то другом. Я хочу все забыть. Кому хочется остаться в одиночестве в плену своих воспоминаний сломанных? Я освобожу тебя, Алиса. Воспоминания чаще бывают проклятие, чем... Даже не успеваю прочитать, так быстро все летает. За прошлое придется платить, так что увидимся на следующем сеансе. А пока возьми еще таблеток у аптекаря на Хай-стрит. То есть мне надо сейчас к аптекарю идти. Хорошо, доктор. А вы можете посмотреть на эту замечательную графон, на эту графику, да, и вообще рисовку. Просто бомба. Я не знаю, почему я раньше не замечал. Теперь моя очередь забыть, Алиса.
Итак, Чарли, твою папку повесили за убийство твоей мамки, которая била тебя. Давай забудем это. Прошлое мертво, Чарли. То есть мы были у психолога, который пытался нам рассказывать. И вот сейчас мы, видите, вот играем Алисой. Как она нарисована, вообще просто невероятно красиво. Просто все эти детали. А это то же самое, можно сказать, Франбоу. Только Франбоу была больше квестом, а тут будет больше такого экшена. Давайте посмотрим на нее на свету. Просто красивейше выглядит. Я знаю, что мы будем менять свои облики и тому подобное. Оли стащил мои трусы? Ну так одень новые. Что? Что? Почему у тебя голова больше, чем вообще твое тело? Где-то мы в какой-то психбольнице. Фу, из туалета так воняет. Хуже, чем из своей комнаты. То есть Алиса у нас еще такая, знаете, с юморком. Обалденное сопровождение музыкальное, я уже вижу. Графика, ну все классно, все обалденное. Даже, не знаю, стоит просто... Так, нажмите RTS, чтобы войти от камеры от первого лица. То есть мы можем вот так вот разглядывать. Доктор прав. Ты до сих пор с головой не дружишь? Я лечилась. То есть что-то... Это все временно. То есть что-то произошло с тех времен еще, и мы пытаемся забыть это все. Но мне кажется, там жесткое что-то происходило, потому что крыша у нас... Home, safe, home. Дом, безопасный дом. Давайте посмотрим, в принципе, осмотримся, а вообще проложим путь себе. Так, на X. Новости в картинках, слухи и сплетни со всех концов земли. Пожар на спичечной фабрике, пропали 6 девочек. Что может быть непредсказуемее? Мир окончательно съехал с катушек. Блин. Мне уже нравится, если честно, и я ее полностью пройду, я думаю. 10 лет в психушке? Нет, ни мамы, никакого, она сирота. То есть обо мне говорят, да? Так, нажмите... А, ну это я и так знаю, в принципе. Зачем мне смотреть постоянно на всех? Если бы не рисунки и фотографии... А, это моя комната, да, вот это, походу, а ну-ка. Походу, это я? Фотография моей семьи пришла ко мне по почте. Ни записки, ни обратного адреса. Я благодарна за это воспоминание, но мне бы хотелось поблагодарить адресанта. Так, ну это моя комната. Ладно, мне надо таблетки взять, моя задача. Как тут, что тут включать, честно говоря, не знаю, но тут будет дикий экшон, будет походу море крови, море хоррора какого-то такого жесткого. Как и было... Как было... Блин, какая... Вот посмотрите на лицо просто. Какое замечательное лицо, красивое. А, что я хочу сказать? Новый день, новые мечты, если повезет. Мне аж хочется, знаете, осмотреть все это, все, что тут происходит. Тут замечательная просто атмосфера. Так, ладно, к этим нам, походу, не надо подходить. Давайте пойдем за таблетками, походу, какому-то мистеру. Чувак пытается играть на скрипке, но он играет без струн, потому что на струн денег не... Аня играет. Я думал, на струн денег не хватило, ну ладно. Детишки играют в классики, нолики, или в что они там играют. Так, нам сюда, походу, да? Где-то тут, наверное, должен быть доктор Пилюлькин. Даст нам пилюльку, типа, Нео, ты в матрице. Блин, тут мясо везде. Где тут аптеки? Подождите, где-то аптека должна быть. Это явно не на рынке, да? Наверное, дальше. Кот. Мистер Кот. Мистер Полночь, ты побелел? Привет, кис-кис-кис. Ну не бойся. Ты, блин, ты таблетки будешь искать или за котами бегать? Иди за белым кроликом, Алиса. А это кот белый. Может, мне не стоит туда идти? Что-то мне как-то страшно туда подходить. О боже. Куда он там? Котик, котик. Кого-то там насилуют, вы слышите? Кто-то жарят прям в самую дырку. Даже побежал этот кот. Блин, я не знаю. А вот он. Котик. Дай, ну, шаурмы хочу, ну, как бы... Где он? А вон он побежал. Слушайте, я быстрее не могу бегать. Может, он меня приведет к доктору Пилюлькину? Так. Кажется, собраться в темный норд за пустышным созданием вошло у меня в привычку, надеюсь, не в пагубную. Мы сейчас куда-то забежим, смотрите. Это, знаете, напоминает мне Лондон такой вот старый, или что это может быть? И тут улицы не очень, мне кажется, такие благоприятные. То есть сейчас еще и зарезать какой-нибудь маньяк-потрошитель. Ну ладно. Может. Опа, я же говорил. Бешеный кролик. Я чувствую, что у нас должен быть нож, потому что я на картинке видел, как Алиса режет ножом всех этих мудаков. О боже. Я же говорил, мне... я зря пошел сюда.
Держите меня, семеро, Алиса, Лидел. Опять шатаешься по трущобам. Сестра Уитнес, какой сюрприз. Поджидающий меня регулярно многих месяцев. Бля, что-то совсем одна. Кажется, измотанная. Милочка, тебе нехорошо? У нее нос как, я не знаю. Не так, чтобы очень. Идем ко мне, посмотришь на моих голубей, прелестные птички. Совсем. Совсем как ты. Нет, спасибо. Последний визит стоил мне десятка фунтов, а взамен ничего. Возможно, мне удастся вспомнить, куда делся твой паршивый кролик. Я должен был таблетки идти брать, а нашел бабку. До сих пор безумно. И неудивительно. Родные поджарились на ее глазах, как каштаны. 10 лет в клинике Раттлидж, как коту под хвост. Доктор Бамби сделал все, что мог. Застряла в своих вопросах. Пожар, воспоминания. Я заслуживаю компенсации, не правда ли? Кто подыскал для нее новую одежду? Кто устроил ее к доктору Бамби? Где бы она была сейчас, если бы не я? В подворотне продавая свою задницу. Напоминает мне голубей. Впрочем, не поскупилась на лишний фунт для меня. Но то, что я знаю, стоит гораздо больше. Я сохранила ее тайну. Не так ли? Слышала, она сказала. Все погибли по моей вине. Я не смогла их спасти. Я сказала ей, что мое молчание продается. Я ведь золотой человек. Не такая, как ее няня, эта самодовольная шлюха. Или как тот адвокат Рэдклифф, который забрал ее дурацкого кролика. Мне нужны деньги. Предупредила ее, что расскажу все фараонам, если она не начнет отчислять мне деньги. Все время вопит и сходит с катушек. Я слышала, она не может вспомнить своего имени дни напролет. Вот это интересный сюжет, если честно. Ну да, я слышал где-то, что ее родители погибли, и она, по идее, съехала только из-за этого с катушек, и у нее вот это все началось. Так, мы слышали истории вот этой бабки, но у бабки такой голос, как будто бы она женщина какая-то, лет 30 там или 40. И, честно говоря, РТ тут можно нажать. РТ вот. Мы можем... Посмотрите, просто вообще замечательный город. Красивый. Но эта бабка, честно говоря, мне не очень нравится. Хоть она нам и помогает. Так, за что так... Вы так со мной... Так. Опа. Твою мать, что происходит вообще? Она тоже поехавшая. Алиса, нож. Где нож? Твою дивизию. Реально, психоделика какая-то начинается в самом начале игры. Ну, как и во Франбоу. Я там, честно говоря, тоже очень многого не мог понять. И даже после игры, честно говоря, я еще много фактов находил, которые... Которые раскрывали сюжет. И некоторые люди думают, что там один сюжет, но на самом деле... Но на самом деле там уже в середине игры она, возможно, была мертвая. И может быть даже и раньше. Так что такие дела. Так что надо искать между строк в таких играх. Просто смотреть на каждую деталь. Так, смотрите, мы попадаем резко куда-то, походу, в мир в такой, да? Уже в сказочный. Только как? Что произошло вообще? Может, мне надо было пилюльки реально пойти поискать? Короче, с этого начнется, походу, такая небольшая, да, аркада, может быть, бегать, что-то прыгать, хотя... Да, мы уже видим ту Алису, которая была в сказках. Не самое приятное путешествие, хотя бы нет, Пирс, или чем она там стала? Ну, по крайней мере, это место выглядит мне знакомым. Да, мы уже, походу, тут были. Наконец-то, Алиса. И вот этот. Гадкий кот, хватит шутки шутить. Я и так на пределе. Прекрасно, ведь когда ты не на пределе, твое безрассудство запредельно. Ты совершенно бесполезен. Ты же знаешь, я могу быть полезен. Большое спасибо, но чтобы напугать себя, мне ничьей помощи не нужно. Я вообще хочу избежать этого всего. Оставь эту надежду. Новый закон проявится в стране чудес, Алиса. И это очень жестокий закон. Мы все рискуем... Ты будь начеку. Я, честно говоря, ничего не понимаю пока что, что происходит, но мы, походу, как бы уже можем, смотрите, прыгать и тому подобное. Ну, такая вот аркада начинается небольшая, но посмотрим, что там да как будет. И вообще, пишите комментарии, как вам понравится игра или нет. Блин, ну, вообще, смотрится это довольно круто все. Игра, в принципе, 2011 года, так что не стоит даже на графику пока смотреть. Восстановить память.
Наполовину лягушка, Алиса, клянусь, ты прыгаешь так хорошо. А, ну то есть там нам рассказывают. Ух ты, смотрите, я так и знал, что мы можем вот так вот перепрыгнуть, да? Да, ну с геймпадом в такую игру просто невероятное удовольствие играть. Потому что очень удобно. Так, что это за хрень? Девочка, которая... Так, а, ну да, кружится, я знаю, что так можно. А куда нам идти, в принципе? А, ясно. Вау, вау. Да, я видел, PewDiePie в эту игру играл. Не знаю, в принципе, я думал всегда, что такие игры для девочек. Но... Алиса, если ты еще раз свалишься со стола, мое терпение лопнет. Нельзя быть такой безрассудной, доченька. То есть мне нельзя падать, наверное, с этих, да, с каких-то мест или... Короче, что я хотел сказать. Это все же лучше, чем играть в Minecraft Story моды, который вышел от Telltale-овцев. Подождите, мы туда пока не будем прыгать. Давайте посмотрим, что вот это. Это Аммонита поганка с пористой шляпкой, с неприятным запахом, крайне ядовитая. Ага. Смотрите, походу маленькая, как это называется, замочек такой маленький, и мне походу надо будет туда залазить, или что, я буду уменьшаться. Хотя, кто его знает, я вообще сейчас... Первый взгляд, можно так сказать, от Bloodlines'а. И вообще, эта игра для меня. Наркомания, всякое такое, это мое, как бы. У меня все такие игры. Я уже была здесь. Хорошего понемножечку, да? Хоть у тебя нет купального костюма, обязательно искупайся в этом. И, наверное, вот эта штука сейчас уменьшит меня. Или нет? О боже, от этого за... Да, я же говорил. Теперь я совсем исчезну. Почти, но плюс, что в небольшой рост позволяет заметить те вещи, которые при обычном росте невозможно увидеть. Ага, кажется, я поняла. За деревьями не видишь леса. Если можно так выразиться, проблема недальновидности заключена в объеме. А, кстати, мы можем сразу сюда пройти, а можем пройти и в другое место. А ну-ка, а как? Ух ты. Ой, вот так вот. А, подождите-ка. А я сначала... Подождите, я побегу. Блин, а как мне обратно... Подождите, стойте, секундочку. А, я спрыгнул сверху, походу, да? Или нет? Я что-то не пойму. Я бы хотел обратно пойти, ну ладно, наверное, так нельзя. А шприц... Ой, я икнул. Так, восстановить память. Какой маленькая, она выглядит, свернувшись клубочком. Лисица в норке. Да, прям намеки, знаете, такие намеками. Алиса такое чувство, как будто напилась, да? Пяу. Вот, куда мы могли пойти. Эх, зараза, а как же обратно, подождите-ка. То есть, мне надо было туда, наверное, да? А, я ведь могу вот так вот сейчас обратно пройти. Ух ты, я прям еще летел. Да, такая вот, как бы сказать, игрушка сказочная. Это довольно необычно на моем канале, потому что я редко такие игры беру, и они редко вообще выходят. Так, бежим сюда. Прыгаем. А, видите, а мы... Блин, не получится-то сюда. А, слушайте. Эй, что? Что за фигня? То есть я на РТ нажимаю. А, я на этот нажимаю на кнопку, и то есть я в любой момент могу так сделать. То есть я напиваюсь этого зелья и становлюсь маленьким. Что это за улитка? Улиточка? А! Тихо, что такое? Что это за улитки? А громозные просто. Ага, тут тоже, да, вот так вот. Наверное, у нас есть какие-то... Даже не знаю. Какой-то запас, наверное. Чего-то, что мы можем маленькие быть. Хотя, может, мы вообще бесконечно можем маленькие быть. Хрен его. Зубья какие-то собираем. Вообще замечательно. Что за поехавшись? Так. А это что? Вау. Охренеть, куда я улетел? Это еще что? Что происходит? Дядя Петя, что случилось? Мне собирать зубы? А из этих зубов что я потом? Колье зубное буду делать? Бизнес? Бизнес заниматься, да? О, золотой, смотрите. Это, наверное, бонус-комната какая-то. То есть, собираешь зубы и что-то с них потом делаешь. Ой! А мне надо врезаться в это или нет? Наверное, нет. Вау-вау, серфинг! А, да, мне надо было врезаться. Я не думал, я не знал.
Кровавая багряная река. Ну, не думайте, да, что эта игра будет такая милая, детская, всякое такое. Тут будет потом и смерти, и тому подобное. То есть не смерти, а как это, убийство там? Острый нож, остер быстр, и всегда к твоим услугам. Вот он, нож. Принц Персия прям. То есть это не та сказка, которую мы хотели бы услышать, да? Да, очень жаль, ведь они определенно ищут тебя. Прям такую тесочина такая, как резанем сейчас кого-то. Что это? The Warpal Blade. Быстрый нож наносит самые быстрые удары по одному врагу на близком расстоянии. Я не знаю, у нас там какие-то еще приколы вроде бы будут, да? Ух ты. Вау, вау. Круто, круто. Ага. Понятно. Ну, нож мы будем использовать не только, чтобы ломать вот эти вот штуки, я так понял. Да, прикольно. Так, воспоминания надо восстановить. Бежать или биться — непростой выбор, но бегство может лишь отстрочить решающую битву. Выбирай с умом, Алиса. Смотрите, мы розы какие-то собираем. Я не знаю, для чего эти розы пока что. Так. Но для чего-то они потом нужны будут. Так. Надо хотя бы дойти до противников, до первых. А вот и противники, наверное. О, коварная порча. Ну иди сюда, сейчас. Мамочка покажет тебе, что ты будешь получать. РТС, чтобы сфокусироваться на враге. Ух ты, смотрите, что я могу делать. Нихера. Вау, я бабочка. Так, подождите, РБ, чтобы уклониться. А, вот, фокусироваться. Эй. Так, учите сфокусироваться. Блин, это прям Dark Souls какой-то. А как уворачиваться? Я так и не понял. Ай! А, все, понял, как уворачиваться. Можно даже уворачиваться с прыжком. То есть, а ну так. Вот так вот прыг. А, не, прыг. А, да. Вау. Да, в принципе, легко их порезать. Довольно легко. Да, не играл я давно в такие игры, честно говоря. Но это интересно. Это очень интересно. Я думаю, серии будут по 30 минут выходить. Так, тут больше ничего нет. 74 зуба. Я тут где-то видел. Вот собрано воспоминаний. Раковин посещено. Бутылок собрано. Перчатков. Не знаю, что они дают. Но что-то они дадут, наверное, потом. Задача цветов простая. Они за... Не заблемают цели. Так, рабы, собственно, помните, все на что сложились. Прыжок. Короче, я так понял, если мы чего-то не будем знать, нам всегда будут подсказывать вот эти вот воспоминания. Это довольно неплохо. Что тут у нас? В прыжке нажмите типа пробел. Да блин, я как будто бы не знаю. А, тут вроде бы прыжок. И вот так вот. Летим, летим. Парение. Во время прыжка может быть несколько парений, да? То есть я могу еще раз, видите, вот так вот подпрыгнуть. Прикольно. Прикольно. Так. Подобрать бутылку. Я не знаю, что это за... Что бутылка дает, наверное, какие-то жизни. Хотя, в принципе, меня вроде бы пару раз ударили, но... Я как бы сильно... Не это... Не пострадал, я так понял. Так, во время прыжка... Ну это... Блин. Зараза. Я нажал и во время прыжка еще раз нажал. Но мы восстанавливаемся, смотрите. Нафиг то... Тихо. Парение. Нафиг то перемещение, я даже не знаю. В принципе, думаю, рады будут, да, люди, которые хотели эту игру. И тем более, сейчас нечего брать на прохождение. И мне интересно будет даже в такое поиграть. Да... Такая баба большая. О, Алиса, ты можешь подойти поближе. Что ты там мне делать? Ты что, хочешь меня съесть? Что ж, ты научила меня манерам, я потеряла аппетит к безумным девушкам. А теперь только свиная диета. Все намного вкуснее с беконом. Не так ли? Конечно. Так, слушай, тут вокруг летают свиные пятачки. Я слышала хрюканье за домом. Пойди, поймай для меня их. Аккуратнее, тебе могут помешать вредители, поперчи их, если они тебе будут мешать, да? Да. Так. Блин, тут шрифт, конечно, неудобно написано. Почему бы тебе самой не отправиться, да? Дело в приоритетах. Моей белоснежной коже нужна защита. Ага. Перчить пятачок, когда ты услышишь хрюканье. Результат тебе.
О боже. У нее такая харя. Просто невероятных размеров. И она сама такая здоровая. Ну это девушкам сразу пример. Если вы будете много кушать, вы вот так вот будете выглядеть. В принципе, кстати, я тут не могу включить этот. Так. Мне надо поперчить пятачки. Или что-то в этом роде. Кстати, видите, тут тоже есть дверь, но мы пока в нее, наверное, зайти не можем. Кстати, вот, смотрите, зубья мы тут можем пропустить. Тут будут уровни, я так понял. Или главы, там, что-то типа такого. Так. Будете много кушать свинины, будете выглядеть так же. Надо было посмотреть, как переключается оружие. Болточка. Болточка. Это новый вид врагов, да? Прям вообще там бои такие, знаете, мега. Ай, пусти, сука! А, вот так вот, да? Блин, подло, прицепляется, зараза. Прям такая музыка вообще пиздец, как будто бы там, я не знаю. А это что такое? А, тут это гнездо шершней. На. Офигенно. Порубил всех на меха, на шелка. Просто бог войны. Кратос. Еще одна. Надо их все, походу, раздолбить, потому что из них, походу, видите, вылетают эти заразы. Падла. До свидос. Член в нос. Так, подождите, где хрюкотальники, или как их там называли? Блин, я чувствую... Да, они все падают и падают. Почему болточками назвали, я так не пойму. То есть болты летающие, что ли? Ай, блядь. Падла. Ты че, мудак? Блядь, они прицепляются просто. Ну-ка. Надо все-таки фиксировать цель, потому что падлы. Потому что они прицепляются и невозможно как бы ударить. Падла. Зараза. Так, сразу идем на гнездо. Ты че? Так, отлично. Я не знаю, что эти красные розы дают. Да падла. О, еще один хер. Какие-то вообще непонятные монстры. Вообще, кто их придумал? Вот пяточки, кстати. В каждой местности ищите пяточка. Прицелитесь и стреляйте пяточкой с перцемета. Когда пяточок поперчен, открываются пути награды. Это хорошо, только как выбрать? Подождите, блин, А, вот так, да? А стрелять как? На какую, мать его, кнопку стрелять? О! Я не знаю, на что я нажал, но... Нажмите, чтобы пропустить. Я не буду пропускать, сейчас посмотрим. А, пяточки, походу, летят к ней. И, наверное, какие-то награды, что ли? Блин, нереально интересная игруха. И надо только разобраться с управлением. Немножко такое управление довольно странное. Но что я хочу сказать? Игрушка интересная. Я даже не знаю... Я оторваться, да что такое, не могу от нее. Так. Сейчас посмотрим, что тут еще, наверное. А, наверное, надо обратно просто идти. Ну, сейчас мы зубья пособираем. Наверное, сюда надо, нет? Нет. Походу, обратно. Отлично. В принципе, больше тут ничего нету. Ну что, мадемуазель, я поперчил твою жопу. Спасибо за пятачок, а теперь оставь меня. А, вот мы у нее возьмем, походу. А, разломайте корзину, герцогиня. Вот так вот, да? А, и золотые зубы мы берем. Отлично, просто замечательно. Все мне нравится, круто. Но серию мы, наверное, эту закончим. В принципе, пишите комментарии. А, с вами была Алиса и Блудлинесовская. С вами был Блудлинес, да, Алиса и в Стране Чудес. И мы будем ее дальше проходить. Я жду от вас лайков, жду от вас комментариев. И все будет круто. Ну и серии, я думаю, будем выпускать каждый день. В принципе, тут ничего не надо не переводить, ничего заострять мы не будем. Так что, всем пока, удачи, хорошего настроения. И не писайте в компот бабушке. Thank you.